Какой же праздник безнародного творчества? В этом году Ивановский район отмечает 90 лет. Основные торжества пройдут летом. Администрация уже начала подготовку к предстоящим мероприятиям. Сказать свое слово или вставить собственную нотку могут и жители. 1 июня 2019 года отмечается 90-летие Ивановского района. Администрация Ивановского муниципального района запускает конкурсы слогана, песни и логотипа, в которых смогут участвовать и взрослые, и дети, творческие люди, которые неравнодушны к нашему муниципалитету. Приглашаем всех желающих. Победители традиционно получат призы. Более подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Ивановского района либо в соцсетях. Заявки будут принимать до 10 февраля. Наш коллектив также подключился к участию в конкурсе и подготовил небольшой творческий ролик. Организаторы уточняют, работы не обязательно должны быть сложными, выполненными профессионально. К этому творческому делу главное подойти с душой.